Потасовка в Полтавском горсовете. Активистов возмутили нерасчищенные дороги, из-за чего город буквально встал в пробках. Они пришли на заседание горосполкома, требуя отчета заммэра по вопросам ЖКХ. В зал заседаний принесли пакеты с песком и солью. Драка началась, когда один из чиновников попытался вынести эти подарки. Разнимали мужчин правоохранители. Конфликт вроде бы утих, но потом разгорелся с новой силой. И снова с кулаками. Потасовка продолжалась недолго. Через пару минут чиновники и активисты успокоились и вышли из зала заседаний.